Благодаря национальному проекту формирования комфортной городской среды в нашем районе новый облик получили многие общественные территории. Это Северный парк, набережная Протоки, скверы Аллея Любви и Молодежный. Также современные парковые зоны появились в 7 сельских поселениях. В том числе 2 парка в хуторе Беликов и поселке Совхозном были благоустроены в прошлом году и стали настоящим украшением территории. Благодаря национальному проекту формирования комфортной городской среды даже небольшие населенные пункты получают возможность благоустраивать свою территорию, делая ее современной и комфортной для проживания. Участником федеральной программы в прошлом году стало прибрежное сельское поселение. В поселке Совхозном по улице Строительной была сделана красивая парковая зона, которая уже успела полюбиться жителям. Раньше на этом месте был пустырь, сейчас сделали отличный парк, как бы мы всей семьей сюда приходим. Гуляем. Замечательная площадка детская сделана, причем оборудована она так, что можно и маленьким, и детям постарше. В принципе, можно гулять целый день. Даже сделали сцену. Вообще очень замечательно, красиво все благоустроили. Спасибо большое за такой красивый, замечательный парк. Мне нравится очень парк. Он очень красивый и очень большой. Тут можно побегать, покататься с горок и позаниматься спортом. В новом парке построена детская спортивная площадка, оборудованы места для отдыха и небольшая сценическая площадка для проведения культурно-массовых мероприятий. Установлены малые архитектурные формы. С наступлением теплой погоды будет проведено дополнительное озеленение территории. Новый парк станет прекрасным местом отдыха для всей семьи. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».